Московская торпеда «Мами» стала победителем финала чемпионата России среди женских команд первой лиги. Соревнования прошли в Ульяновском спорткомплексе «Новое поколение». Столичные футболистки оказались на голову сильнее всех своих соперниц. На групповом этапе они одержали 4 победы в 4 играх. При этом чужие ворота торпедовки забили 17 мячей, а в свои пропустили всего 2. В финале «Мами» без особых проблем разобрались с УПИ «Явой» из Екатеринбурга 5-2. Побывавший на матчах главный тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин отметил, что уровень игры команд с каждым годом непременно растет. Однако наставник посетовал на скудность финансирования, из-за которого в чемпионате страны выступает не очень много клубов. Впервые на таком уровне выступала команда из Ульяновска. Бороться за высокие места хозяйкам турнира было очень сложно, но дебютантки показали себя с наилучшей стороны и даже одержали одну победу. Подопечные тренера Сергея Сидякина одержали волевую победу над командой из Ярославля. Уступая по ходу встречи со счетом 1-3, ульяновские девушки добились успеха 5-3. Нападающий «Волги» Дюш с Марией Макшеевой попала в список кандидатов в сборную России. Михаил Сашанский, Юрий Щепков, Чемпион ТВ.